В республике продолжаются весенние полевые работы. Оперативные данные стекаются в Министерство сельского хозяйства. По данным ведомства, в муниципалитетах засеяли более 80 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Глава Чувашии проинспектировал ход работ в Маргаушском и Ядринском районах. Какие проблемы возникают у аграриев и когда в республике рассчитывают завершить весенний сев, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Весенние полевые работы словно эстафета. Пока погода не преподносит неприятных сюрпризов, необходимо ускорить темп. Аграриям дорог каждый час. Поля вблизи деревни Кашмаши в этом году засеют ячменем. На эту культуру в сельхозкооперативе «Свобода» делают особую ставку. Семена дают хорошие всходы. Аграрии стараются закупать только элитные сорта. Подготовили достаточное количество. День посева мы его протравливаем 100%. В прошлом году, то есть, арендовали 100 гектаров еще пашни. Глава республики отметил, что поддержка аграриев будет увеличиваться и дальше. Но хозяйства должны просчитывать все риски. Руководитель сельхозкооператива говорит, что сейчас сложились выгодные цены на молоко. У нас свинина, говядина, молоко. Молоко же не так? Или сейчас молоко сделано на молоко? Молоко у нас, воловка, 3,5 сегодня тонн. В ядринском хозяйстве «Герой» весеннюю страду начинают с обработки новых полей. Этот участок взяли в аренду недавно. После подготовки почвы намерены посадить элитные семена. 3730 гектаров хотите довести, да? У нас сейчас уже больше 4. Самих настроение хорошее, я смотрю. Самый главный фактор вот этот. Чтобы завершить весенний сев в сжатые сроки, хозяйство мобилизовали все ресурсы. Глава региона советует пересмотреть и график работы механизаторов. Обрабатывать землю и сажать семена необходимо с раннего утра. Если вы сейчас разрыв еще несколько часов, к вечеру здесь пуль будет лететь. Мы 4 часа начинали сеять. У аграриев боевой настрой. В этом году в республике рассчитывают собрать не только рекордный урожай зерна, но и хмеля. Большинство работ механизировали. Вот обрезка столбовых рядов ручную делаем и заводку. Ход весенних полевых работ главы муниципалитетов должны контролировать лично. Такую задачу Михаил Игнатьев поставил местным властям в ходе выездного видеоселектора. Пока многие районы отстают от намеченных показателей. 6 тысяч гектаров мы не успеваем засевать. Механизаторов надо кормить. Соответственно, обеспечивать всеми теми материальными средствами для того, чтобы никакого простоя не было. Очевидно, что темп работ необходимо ускорять. Минсельхозе прогнозируют, что при хорошей погоде завершить весенний сев возможно уже 20 мая. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.